Вот видите? Она не могла оставить ее в таком виде. Ну, в холодильник поставила бы обязательно. Ну, а обычно это как происходит? Обычно, когда постояльцы расходятся спать, я собираю Шульцу, Ксюшу и Ларису, чтобы отдать необходимые указания на следующий день. Ну, не было такого, чтобы кто-нибудь когда-нибудь опоздал. И когда Лариса не пришла, я сразу понял, что произошло что-то неординарное. В комнате ее нет, а здесь сами видите, что творится. И что теперь делать? Сохранять спокойствие. А мы с вами пройдемся по номерам. Мы будем искать кухарку? Да, только пока не знаю, где и как. Ясно только одно, что и кухарка, и Душенины – это звенья одной цепи. Почему ты так думаешь? Ты знаешь, как ни странно это прозвучит, но до последнего времени я думал, что вообще все это придумали Душенины. Начиная с записки, что это идиотский розыгрыш. А вот теперь… А что теперь? А теперь не складывается ничего. Ну, скажи мне, какая может быть связь между кухаркой и Душениными? Да никакой. Вот и я о том же. Такой интересный мужчина. Что он нашел в этой девке? Да они просто работают вместе. Ты думаешь, что они не спят? Я уверен в этом. Хотя она, конечно, его хочет, как кошка. Откуда ты можешь знать такое? Боренька. Илюшенька, ты же знаешь, я это чувствую. Я всегда это чувствую. Выпить хочешь? Я есть хочу. Дмитрий, а вы что здесь делаете? Почему не в номере? А я мог бы задать вам такой же вопрос, Машенька. А почему вы не в номере, а? Скажу честно, я недавно к вам стучался, даже шептал что-то. Так, почему не в номере, я уже понял. Дмитрий, пожалуйста, идите к себе в номер, а? Да вы хоть знаете, кто я? Вы наверняка сотрудник правоохранительных органов. Судя по тем вопросам, которые вы задаете, и тем выводам, которые вы делаете, вы офицер. Слушайте, вы прям действительно сыщик, а? Да, я майор. Управление по борьбе с организованной преступностью. Я поздравляю вас. Благодарю. Какая же у вас зарплата в управлении, что вы отдыхаете в таком месте? Да все очень просто. Такая же халява, как у вас. Спас жизнь одному человечку, он меня пристроил в этот пансионат. И тоже на 3 дня. А вы, значит, помирились, да? В смысле? Да в прямом. Там, в беседке, вы ссорились, только тешились, а я-то дурак надеялся. Я ведь некоторым образом тоже сыщик. А не вычислил. Стоп, а кто у нас устроил здесь праздник открытых дверей, а? Да тот, кто ничего не боится. Так, подождите, вы что думаете? Кто у нас здесь? Виола. Так, ну здесь никого нет. Ну а что вы ожидали увидеть? Виолу, которая разделывает своих жертв на мелкие кусочки? Маша. Слушайте, а может она к этой, к подруге пошла? К Инге? Инга хотела провести эту ночь с Воровичем. В каком номере живет эта Инга? Пошли. 25-й точно? Да. Кто это? Олег, Вика, это Андреев. Откройте, пожалуйста. Что случилось-то? Скажи, пожалуйста, Инга, когда вы последний раз видели Виолу? Я не понимаю. Дверь в ее номер открыта, самой ее в номере нет. То есть, подождите, как это нет? Она сказала, что запрется в своем номере и никого не пустит. Кроме вас, естественно. Олег, у вас ее точно нет? Дим, ты чё? Нет, конечно. Ну, теперь ему кранты, никуда не денется. Майор, не волнуйтесь, собьется дыхание. Маша, ты остаешься с Ингой здесь. Ну, шеф! Я 2 раза повторять не буду, Маша. У тебя есть сигареты, а? Так, я прошу вас, успокойтесь, возьмите себя в руки. Посмотрите на меня. Что здесь случилось? Он схватил меня, потащил, я вырывался. Кто потащил? Боря! Боря! Илья! Ты же слава. Стоять! Алексей, да уберите вы оружие, а? Вот только стрельбы здесь не хватало.
Как ты? Ничего, уже лучше. Все-то мы не вовремя с тобой есть захотели. Это все из-за меня, да? Да перестань, Илья. Господа, я попрошу всех покинуть помещение. Оставьте меня наедине с господином Крайневым. Разрешите мне остаться? Не обижайтесь. Вы тоже под подозрением. Я? Да вы что, с ума сошли? Когда его прессовали, я был с вами. У меня, можно сказать, алиби. Ну, у вас вполне может быть сообщник. Где, кстати, господин Каратаев? Да, кстати, хороший вопрос. Товарищ майор, окажите мне услугу. Соберите всех в баре. Боря, если хочешь, я здесь останусь. Нет, нет. В этом нет необходимости. Вы можете быть спокойны. Ваш друг теперь в полной безопасности. Пойдемте, давайте руку. Господа, пойдемте. Садитесь, у меня к вам есть пару вопросов. Идемте, идемте, господа. Ваш шеф приказал всем собраться в баре. Кому приказал? Мне. Ну, выполняйте. Ведь вы мне поможете. Ну, конечно, помогу. Минуточку внимания, господа. Просьба всех собраться в баре. Просьба эта не моя, а господ сыщиков. Нужно серьезно поговорить. Совершенно верно. Я тоже очень прошу всех не расходиться. Но я не могу в таком виде. Мне надо переодеться. Инга, вы забыли? Еще ваша подруга пропала. Что? Виола Новицкая тоже пропала? Так, я вижу, люди пропадают один за другим. Мне нужно к боссу, так что извините. Подождите. Ваш босс тоже должен быть здесь. Пожалуйста, приведите его в бар. Но это понадобится время. Еще нужно разбудить пьяного Каратаева. Ну или найти, если пропал. Давайте договоримся. Через 20 минут все здесь, без исключения. Я вас поохраняю, не против? А? Да, да. Мы друг друга поохраняем. Хорошо бы на всю жизнь. Ну, скажите, зачем вам Андреев? Он же вас не любит. Так, это он вам сказал? Конечно, нет. Можете назвать это интуицией оперативника. Да, в интуицию оперативников я верю, а вот в мужскую нет. Нет ее мужской интуиции. Ну, вижу, хлебнули вы с ним. Да. Информации море, и все без толку. Ничего не понимаю. Давайте попробуем еще раз. Значит, вы пришли сюда на кухню. Ну да, чтобы взять для Илюши. Это ясно. Давайте еще раз. Где конкретно и как на вас напали? Я открыл холодильник. Он на меня сзади набросился. Вы открыли холодильник. Стоп. Вы открыли холодильник. Да, он сзади на меня набросился. Даже не знаю, как я отбился. Верхнее отделение, нижнее открывали? Верхнее. Может, я все-таки могу вам чем-то помочь? Вряд ли. Спасибо. Где остальные? Будут в баре через 10 минут. Хорошо. Борис Борисович, вы поднимайтесь себе в номер, а через 10 минут я вас жду в баре. А он на меня в коридоре не нападет? Никто на вас в коридоре не нападет, я вам гарантирую. Хорошо. Ну, откуда такая уверенность? Вы пришли к каким-то выводам, сыщик? Так, пока по мелочам. Ждите меня здесь. Кажется, я понимаю, к каким выводам пришел ваш шеф. Ну и каким же? Я не знаю, как пропала Виола, но всех остальных последний раз видели на кухне. И нападение на Крайнего было тоже здесь. Простите, Маша, но ваш шеф приказал нам побыть здесь. Вам здесь не милиция и не армия, а я должна быть там. Он будет очень недоволен, если вместе с вами там появлюсь я. Ну так оставайтесь здесь. Тогда он будет недоволен еще больше, если вы ослушаетесь его приказа и оставите меня одного. Мало ли на что я способен. Маш, ну поверьте мне, лучше остаться.
где Иван Сергеевич? А зачем он? Я должна ему кое-что рассказать. А нам вы не можете это рассказать? Нет, мне нужен Иван Сергеевич. Ну что, Маша, все собрались? Иван Сергеевич, мне нужно с вами поговорить. Да, я слушаю вас. А можно не здесь? А где? Давайте в кабинете Олега Фомича. Мы ему не помешаем? Его там нет. Ну хорошо, давайте. Майор. Всех провожать в бар, никого не впускать на кухню? Абсолютно. Ксюша, я слушаю вас. Он уехал, сбежал. Кто? Олег. То есть Олег Фомич, Ордынцев. Как сбежал? Куда сбежал? Ну, у него машина в гараже стоит. Он обещал меня с собой взять и обманул. Я тоже хочу уехать отсюда, Иван Сергеевич. Во сколько это было? Минут 5 назад, 10, может быть. И вы точно видели, что он уехал? Нет, точно не видела, но он пошел в гараж. А я сразу к вам побежала. Я хочу уехать отсюда, Иван Сергеевич, мне страшно. Какая у него машина? Оранжевая. Марка? Иностранная. Иностранная. Шульц! Шульц, кто-нибудь выходил? Олег Фомич. Точно? Только он? Точно. А что случилось? Потом. Шульц, скажите мне, кроме Олега Фомича, никто не выходил из пансионата? Через эту дверь никто. Вы уверены? Абсолютно. Я все время здесь находился. Олег Фомич как будто бы торопился куда-то. Но он всегда так ходит. Ладно, спасибо. Понятно. Это еще Ровеля с телохранителем. А Маша где? Там вместе со всеми мы договорились, она там, я здесь. Ну, правильно договорились. Алексей, вы за последний час второй раз покидаете шефа. Не боитесь санкций? Да, он будет позже. Но сейчас он послал меня за вами. Хочет поговорить с вами один на один. Прямо сейчас. Это что? Ультиматум? Нет, это просьба пожилого человека. Давайте проявим уважение к его возрасту. Да, Павел Павлович уверяет, что разговор будет исключительно важным для вас и для него. Десять минут ничего не решат. Идите, может, какой полезной информации надо быть. Ну хорошо, давайте, только быстро. Иван, я здесь? По обстановке, майор. А он реально майор? А вы реально телохранитель? А вы сомневаетесь? Вы не сомневайтесь. Я работал со многими боссами. Я ни одного не убили. Павел Павлович, мы пришли. Оставьте нас, Алексей. Выпейте, Иван Сергеевич. Павел Павлович, нас с вами ждут в баре. Что вы хотели мне сообщить? Присаживайтесь. Спасибо. Слушаю вас внимательно. Берите фрукты. Местный персонал обновляет их каждый день. Изо всех сил старается угодить мне. Даже не знаю зачем. Я обыкновенный старик, живущий на Депроспане.
Кстати, сильнейшее аллергическое средство. Стаканчик минералочки перед отдыхом. Свежий воздух. И сон, как у младенца. Не поверите? А можно сразу к сути? Вы знаете, кто построил этот дом, в котором мы находимся? Я имею в виду, кто строил этот дом, причем лично для себя. Раз вы так задаете вопрос, значит, знаете ответ. Ираклий Кахавия. Ираклий Кахавия? Известный грузинский персонаж. Но если мне не изменяет память, его в 94-м году взорвали. Взорвали. Но он же не знал, что его взорвут. Вот и строил дом со всеми для себя удобствами. Вы меня понимаете? Не совсем. Ну, что для человека рискованной профессии главное в доме? Возможность быстро и незаметно покинуть объект для того, чтобы избежать встречи со спецназом, конкурентами, в конце концов, с киллером. Верно. То есть вы хотите сказать о системе потайных ходов? И что, Павел Павлович, вы знаете, где здесь главный потайной ход? Ну, откуда я могу знать? Это же не мой дом. Но все, что я сказал, это только прелюдия. К основному я перехожу только сейчас. Значит, благотворительная организация «Правда следствия» — это ваше ноу-хау? Фирма «Однодневка». Я открыл ее, перевел деньги на оплату вашего отдыха здесь и тут же закрыл. Мне нужна была какая-то официальность. Вы меня понимаете? И зачем все это? В общем, есть такой клуб по интересу, где не бедные, скучающие люди делают ставки. И неважно, где этот клуб находится и как мы осуществляем надзор за следствием, поверьте, у нас большие возможности. Так вот, когда происходит преступление от воли членов клуба абсолютно независящее, заключается пари, сможет ли тот или иной сыщик или детектив, как вам будет угодно, довести до логического конца. И подтасовка фактов тут не пройдет. Уж будьте уверены. Да, я смотрю, вы эстет, Павел Павлович. Перехожу к главному. Последнее предложение поступило от анонимной персоны. Судя по всему, человек вхож в клуб, но по каким-то причинам пожелал остаться неизвестным. Правилами это не запрещено. Так вот, аноним этот пожелал вовлечь ваше агентство в серию увлекательных преступлений с изюминкой. Срок ограничен. В случае вашей неудачи я перевожу на указанный счет энную сумму. В случае, если вы во всем разберетесь, я получаю ту же сумму. Было предложено сделать так, что вы не сможете отказаться от этой работы. Пари заключалось в том, что вы должны были найти исполнителя за 3 дня. Очень интересно, какая сумма? $300 000. Но, к сожалению, последние события, происходящие в этом доме, заставляет меня думать о том, что мой психованный аноним сами совершает все эти преступления. А это уже неприемлемо. То есть вы хотите сказать, что все преступления в этом доме
не имеют никакой мотивации. Разве 300 тысяч долларов не мотив для убийств? Но этот псих переступил черту. В таком кошмаре мы не договаривались. Поэтому найдите его, Иван Сергеевич. И как можно скорее. Ну, ты уже ближе к теме. То есть количество преступлений в этом доме вас не сильно волнует? Вас беспокоит, справлюсь я или нет? 3 дня срок небольшой. Шансов практически никаких. Даже если мы найдем потайные ходы, трупы, мы можем не успеть найти исполнителя преступления. Он ведь должен продержаться 3 дня. А первый день уже на исходе. Так? Вам хорошо заплатят. Сколько? 20 тысяч долларов. Потрясающе. Я даже другого слова подобрать не могу. Нас люди ждут в баре. Вы идете? Господа, радостно, конечно, что мы в том же составе, что нас не стало меньше. Надеюсь, эта тенденция сохранится до вашего отъезда. Но наберитесь терпения. Я вас снова на какое-то время покину, а когда вернусь, надеюсь, что все будет понятно. Сначала, естественно, мне, а потом уже вам. Что предлагаете делать нам? Снова сидеть и ждать вас? Да, сидеть и ждать меня. Не выходить никуда из этого бара. Даже в туалет. Мне не нужны гуляющие призраки. Здесь можете хоть на голове ходить, но только здесь. Отсюда ни ногой. Извините. А выполнение этого приказа я прошу проконтролировать вас, Алексей. Вас, Дмитрий, и тебя, Маша. Что ты задумал? Еще один заключительный аккорд в этой симфонии. Возьми меня с собой. Нет, твое место здесь. Глаз ни с кого не спускать. Я поняла. Умница. Прошу набраться терпения. Ждать осталось недолго. Thank you.
Да. Да, хорошо. Да. Я вернусь через пару минут. Вместе с Иваном Сергеевичем. Yeah.
Это не важно. Слушай меня внимательно. Почему ей можно, а мне нельзя? Понял. Нашли что-нибудь? А? Нет, не нашел. Через час-полтора сюда приедет милиция. Это отнимет у вас максимум 2 часа. Потом все, будете свободны. Сейчас я прошу всех разойтись по номерам. Обещаю, больше никто из вас не исчезнет. Вы ничего не будете предпринимать, Иван Сергеевич? Слушай, ты коллекционер. Я тебя заставлял делать ставки? Поэтому заткнись и убирайся отсюда. После отъезда оперативников. Вас это тоже касается. Через 2 часа я отсюда уйду. Как мало нужно для счастья. Максимум через минут 15-20. Да, я поняла. Шульц! Ксения! Через 5 минут все постояльцы должны быть в баре. Внизу. Что-то не ясно? Вы только что нас отпустили. Что, уже соскучились? Действительно, Иван Сергеевич. Павел Павлович, вы... Замолчите, Алексей. Что вы хотите сообщить нам, Иван Сергеевич? В последние минуты открылись новые обстоятельства. Я кое-что нашел. Что? Иван Сергеевич! Иван Сергеевич, вы сказали, чтобы мы с Шульцем предупредили всех, но постояльца из 21 номера нет, он исчез. Что? Как исчез? Вы же обещали, что никто больше не исчезнет. Да, вы обещали. Значит, я ошибся. Он ошибся. Он просто ошибся. Это с каждым бывает. Кто живет в 21 номере? Пустовой, Дмитрий Пустовой. Так. Ворович. Каратаев. Шевченко. Вы, господин Ровель. Маша и ты. Вы идете со мной. Остальные сидят здесь и никуда не уходят. Пошли. Вперед. Смелее. Боже, кто это сделал? Зачем? Зачем? Зачем вы меня сюда привели? Я хочу наверх, я хочу на воздух. Не понял, что ты попал? Я тебе объясню. Что? Ты что это? Да я никого не убивал! Алексей, что ты стоишь? Ствол! Не двигаться, стойте! Не двигаться! Да. Павел Павлович, вы рады?
радостно утверждали, что вы здесь очень хорошо спите, наивно полагая, что это благодаря здешнему целебному воздуху. А я полагаю, что это благодаря снотворным, которые регулярно вам подмешивает ваш телохранитель Шевченко. Хотелось бы верить, что эти препараты не имеют побочного эффекта, хотя это вряд ли. Любые лекарства – это гадость. Ну что, да? Замечательно. Присаживайся. Продолжайте. Да, конечно. Один из подземных ходов Ираклия Кахавия должен идти из его апартаментов. А вы, как правило, снимаете себе здесь лучший номер. Каковым и являются апартаменты Ираклия Кахавия. Дальше. Дальше. Ваш телохранитель Алексей Шевченко готов держать пари, что работает он у вас совсем недавно. А до этого, раньше, как говорится, в прошлой жизни, он был в тесном контакте с Ираклием Кахавия. То есть он очень хорошо знает этот дом. Он прекрасно знает про подземный ход на кухне. И теперь главное. Внимание. Показывай. Прошу вас. Скажите, вы знаете, куда ведет эта дверь? Понятия не имею. Она ведет в гараж, в котором Шевченко убил Ордынцева, пока вы благополучно спали под действием снотворного. А когда вы бодрствовали, он добирался до своих жертв через кухню. Я не мог этого предположить. Вы не могли предположить, что ваш аноним войдет в сговор с Шевченко и заплатит ему хорошие деньги. Но вы выиграли пари. Получите свой выигрыш. У вас все получилось. Я не понимаю, зачем столько трупов? Он просто делал свою работу. Отрабатывал гонорар. Не выглядел сумасшедшим. Павел Павлович, а вот я смотрю на вас и понимаю. Что эта грань весьма условная.